Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. И сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в Bed Wars на сервере Crystalix. Вот мы уже, ребятки, на игре. И надеюсь, то, что сегодня... О, кстати, кто у меня в команде? У меня в команде Дэн, Мидбуз, Забей. Это хреновая карта, ненавижу ее. Будет долгая игра, я уверен, но... Хотелось бы закончить побыстрее, ребятки. Вот такая вот у нас тима. А из каких-то рандомных пацанов, вообще их не знаю, кто такие. Первый раз их вижу, надеюсь, они хотя бы играть-то умеют на этот, в этот мини-режим-то. Слишком сложный мини-режим, да? Ну ладно, на самом деле знаю этих пацанов. Вот, случайно на рандоме попались. Но вот, конечно, Дэйн не так часто играет в этот мини-режим, да? Не видел его вообще ни разу, там на стриме, может, два раза видел, что мы с ним играли. Да, против нас, кстати, кто играет? Сметану УТ что-то знакомое, да, на стриме играла с нами, так, против нас. И больше всего остальное, все уже, все остальные чисто рандомчики, все остальные чисто рандомчики, ребятки. Окей. У нас кровать не застроена, кстати, опасно. Так, ладно, у меня одна кирочка, у меня будет пара блоков. Вот, случайно на рандоме попались пацаны, да, как обычно на рандоме, ребят, ну, понимаете. Вот, окей. Там наши ребята могут обратно с золотом прийти. Да, вроде могут. Я тут простроил немножечко блоков. Тут синие какие-то такие свои тактики строят. Чувак, да, здорово, 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 красный. Пока. Все, красный уже умер. Возможно, у них не застроен амбар. И это значит то, что я смогу к ним пройти. И, возможно, сломать им сейчас кровать. Да-да-да-да-да, боже мой, нет, забили меня, забили. Просто запинали меня там нафиг, ногами запинали. Жесть, конечно, жесть. Вот еще чуть-чуть я туда прошел, и было бы реально кайфово. Уже красные были бы без кровати. К сожалению, не получилось, ребятки, не получилось. Это реально проблемка. Да, если вы не забыли, ребятки, то на новом Bed Wars из вас при смерти падают вещи. И это реально жестко. Поэтому очень аккуратно нужно играть. Тут у нас Дэйн уже из лука расстреливает пацанов. Окей, молодец, парень. И я тоже иду сюда на красных, опять же. Просто потому, что я могу на них прийти, и это хорошо. Пока, девочка. Ой, что-то не упало. Такая... Не, красным так просто идти уже не вариант. Видно, что они там готовы убивать. Правда, кровать у них все равно не застроена. Блин, я просто так хочу туда прибежать и сломать ее. А поверху простроиться не дал пацан с киркой. Это обидно. Обидно, обидно. Окей, погнали. И желтый что-то вообще до сих пор даже уже еще не на центре. Красный тут немного пришли. Дэйн из лука пострелял. Убил одного. Пацана убил. Опа! Опа-опа-опа-опа. Девочка, девочка, давай тоже падай. И вот и красный тоже сдохни. Отлично, я их всех раскидал. И что у них с кроватью? Да, до сих пор не застроено. Если сейчас не будет пацана с мечом, то я просто пробегу и сломаем кровать. Да, все, отлично. Забивает, меня просто пытаются забить, но кровать. Да, все. Они... Лол, что они делают? Да, отлично, я сломал им кровать перед смертью. Фу, офигеть, видели, как они меня забивали. Я уже до последней секунды думал, что они просто меня забьют. Вы это видели? И желтая кровать тоже уничтожена, боже мой. Но мы и... Тащим, ребятки, просто жесткая команда, ребят, жесткая команда мне попалась совершенно случайно. Совершенно случайно попалась жесткая команда. Вот. Я уже даже не могу, я смешно об этом говорить. Так, и остались против нас только синие, если честно, ребятки. Вот, а у синих тоже кровать не застроена, и там вообще никого нет. Где они вообще находятся? Им что, настроить, то, что я сейчас приду и сломаю кровать? Видимо, да. Лол, просто пришел, здорово, пацаны. Как дела, что есть, что? Даже оружия никого нет, ну сейчас до киркой вас убью. Минус один синий и девочка. Девочка, иди сюда, моя маленькая. Ой, ты с моей сметанкой, хочешь мою сметанку? А, хочешь, я тебе сейчас дам, на, возьми мою сметанку на лицо. Хоп, и все. Изи, изи, девочка. Фух, и остались только желтые, которые без кровати. Ну, сметанку я нормально так кинул, видели, под конец такую сметаночку я закидал. Так, и что, все, уже победа? Уже победа? What the fuck? Окей, ну пусть будет так. Пусть будет так, изи гадку. Сыграли изи по-быстрому. Мы, ребятки, сыграли и, наверное, там все, да? Будет такой вот короткий ролик. А почему? Да, не знаю, потому что мне на самом деле уходить надо. Я думал, просто на вторую игру мы точно не успеем. Знаете, как это бывает? Вот идешь записывать после короткой катки вторую катку, и она получается на минут 40. А мне нужно уже уходить через минут 20. Вот, поэтому, ребятки, сори. Да, на этом закончим. С вами был Демастер. Такая вот короткая катка получилась. Также я там со мной в команде играл, против меня играл. Всем спасибо, ребятки. Вот. Фух, да, не знаю, что очень короткая игра получилась. На 3 минуты буквально. Сколько там игра шла? Там же в чат пишет. Да, 3 минуты вроде. Не, ничего не написал. На 3 минуты шла каточка. Вот, на этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если хотите больше Bed Wars на Crystalix, то ставьте лойс. Да,
И можно написать хэштег под видео «Демастер зажрался», что за короткая серия, ты охренел. И в следующий раз, если наберет серия 100 комментариев «Демастер зажрался», тогда я в следующий раз сниму две катки, не три катки в одной игре. Три катки в одной игре. Ну а на все, всем удачи и всем пока-пока.